Компания. Завербуйте Джереми Г. Нам нужна. Готова? А, то ж, ёпта. Карта. Задание. Вечеринка Детсиц. Сопротивление стало сильнее. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Задание. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Правая кнопка мыши добавить под... Да. Карта. Задание.
Оль, о да! Давай, будь собой, оттопыримся по полной. Круто, что ты нашла время затусить с нами. Я это заслужила. С тех пор, как мы объединили усилия, корпорации притихли и не горят желанием кошмарить Лондон. Увидев, что стало с Кассом, большие боссы намочили штанишки. Подул ветер перемен. Продолжайте борьбу, а я поддержу. Такеда. Чё ржёшь, Малик? Есть что сказать? Валяй. Может, наконец завалишь? И отказаться от единственного шанса развлечься? Дам подсказку. Пугающий голос, броское имя, любит драматизм. Или вы просто забыли, что так и не нашли нулевой день? Искали в Альбионе, Сирс, клане Келли. Даже Скайларсон проверили. Не думали, что если не можете найти снаружи, стоит поискать внутри? У нас проблема. Зайди поговорить. Чё как? Не хочу портить вам вечеринку, но в сети DedSec незваный гость. Сейчас все собранные нами технологии загружаются на устройство с именем Клач Британия. Чё за нахер? DedSec. Говорит нулевой день. Мы уже встречались в прошлой жизни. Городу был нужен злодей, и вы идеально подошли на эту роль. В этот раз у вас была другая задача. Пока вы бегали кругами, пытаясь спасти этот город, вы помогли нам вооружиться. Да, не каждый знает свое предназначение. И иногда, выполнив его, мы должны умереть. Чё, нас нагрел сраный хакер из нулевого дня? Самое время изобразить бесчувственную машину и напомнить, что я пытался предупредить вас об угрозе, которую представляет нулевой день. Бэгли, закройся нахер и отследи эту падлу, ага. Установить место, откуда поступают команды, я не могу. Но доступ осуществляется с IP-адреса из диапазона, используемого беспилотным транспортом. Есть примерное местоположение. Рекомендую отправиться туда. Карта. Задание. Вечеринка Детсиц. Я тут болтал с вашим другом, Ричардом Маликом. Ничего особенного. Просто бывший работник Альбиона беседовал с бывшим агентом Сирс. В общем, он навел меня на аудиозапись. Зацени, это должно быть интересно. Давай послушаем. Если будет свободная минутка, наваляй там Малику от меня. Значит, расследование не ведется. Вы полиция или что? Я не понимаю. Полиция. И значит, это то, что значит. Моя подруга – журналистка. Она расследовала похищение, организованное Сирс, а потом и сама исчезла. Вы не считаете, что это подозрительно? Слушайте, я не имею никакого отношения к этому решению. Понятно? Никакого.
Вы все в этом замешаны! Господи! Я вешаю трубку. А я записываю разговор. Похоже, журналистка, о которой идет речь, перешла дорогу Сирс. И, похоже, они считают, что 1984 — это не роман предупреждения, а инструкция. Так что у нашей акулы пера проблемы. Нужно помочь, чё? Пожалуй. Погнали. Я отметил ее последнее местоположение на твоей карте. Давай шустрее, она была там не так давно, так что, может быть, агенты Сирс ее еще не нашли. Вот приблизительное местоположение источника сигнала хакера нулевого дня. Точные координаты неизвестны. Придется обыскать область. Удачи! Бекси, спасибо. Карта. Средняя кнопка мыши машт. Стой смирно, сканирую. Нервничай. Один сигнал. Есть капитан. Это сообщение. Все еще ведем погоню. И что там? Он для всех работников Альбиона. Вы готовы потопить голод? Наши острые сабы по акции 2 в 1 – лучшая торпеда для вкусного обеда. Предложение действует только для сотрудников Альбиона. Повреждения.
Покиньте транспорт. Диспетчер, цель покинула транспортное средство. Внимание, мы ведем погоню. Пострадал гражданский, пришлите скорую. Карта. Средняя. Вечер, мы преследуем цель. Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. Внимание! Критические повреждения! Цель убегает! Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, и все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. Я преследую цель. Покиньте транспорт. Остановите транспорт.
команда. Камил, Кассандра и Кабал. Диджей. Да. Итак, кое-кто из агентов не завершит эту операцию, потому что его оперируют. Кто-то был слишком опрометчив. Увы, наш агент в больнице. Так бывает после того, как тебя изобьют. Боюсь, пока что придется справляться самим. Ни на что не намекаю, но мудрым решением было бы завербовать парамедика. Гениальный способ. Карта. Побыстрее вытащить агента из больницы и вернуть в строй. Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, и все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. Средний. Диспетчер такси. Цель в пределах видимости. От желающих не было отбоя. В чем он? Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, и все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. За целью. Внимание! Критические повреждения. Покиньте транспорт.
Захватываю транспорт, прием! Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, и все для меня делаешь. Не это что, рандомный агент. Принято, берем транспорт цели на таран. Цель прошла КПП. Цель бросила транспорт. Прием. Это сволочь! Сбила офицера! Карта. Преследуем цель. Повторяю, преследуем цель. Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью. Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, и все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. Остановите этот транспорт! Атакуем противника. Только что прошла КПП. Прием. Преследуем цель. Прием. Транспорт выведен из строя. Быстрее, остановите транспорт. Диспетчер, водитель абсолютно невменяем. Атакуем противника. Остановить цель! Диспетчер, преследуем цель. Атакуем цель. Внимание! Критические повреждения. Покиньте транспорт. Критические повреждения. Покиньте транспорт. Принято. Ведем преследование. Принято. Берем транспорт цели на таран. Команда. Кассандра и Кабал. Мэтью Хилл. Наемник. Альбиона. Да. Альбион отправил нашего агента в кратковременный отпуск. Займи его место. Давай не повторять тех же ошибок. Карта. Мне казалось, ты понимаешь условия нашего сотрудничества. Ты рискуешь жизнью, здоровьем и свободой, а я делаю все самое сложное. Но я не могу делать все самое сложное, если ты не будешь находиться рядом с целью.
Смотри, я даже отметил место на карте. О, спасибо, Бэгли, ты такой умный и добрый, все для меня делаешь. Не за что, рандомный агент. Скажет о том, что это значит. Сканирование завершено. Управление фургоном осуществлялось из бункера Стоквелл. Вполне возможно, что все это время база нулевого дня находилась именно там. Если так, у нашего хакера явно склонность к драматизму. А у меня склонность к насилию. Скинь мне координаты. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Правая кнопка мыши добавить то... Карта. Задание. Ожоги.
карта. Задание. Ожоги 3. У бункера Стоквелл, где, похоже, скрывается злобный Дедсек из альтернативной вселенной, или Нулевой день, как они себя называют. Автоматизация вышла из-под контроля, и это достало. Я работала больше 15 лет. Лифт в бункер Нулевого дня снабжен странной системой безопасности. Какая-то головоломка, завязанная на имитацию. Найди решение, чтобы попасть на нижние ярусы. Продолжить. Вы не сможете покинуть бункер или сменить агента, пока не встретитесь. Погнали. Говори, что я не предупреждал. Лучше больше не подставляться. Но я не настаиваю.
Так, а ведь эта херня слишком современная для Второй мировой. Кто так постарался? Не самый радушный прием, да? Судя по мерам безопасности наверху, здесь нас тоже ждут нестандартные защитные системы. Человечество забыло. Твою налево. Да, у меня здесь такое чувство, будто я последний, выживший в постапокалипсисе. Ты
поглощает машина, мы возвращаемся в них. Компьютеры должны служить людям, не заменять их. Впереди что-то странное. Посмотрю поближе. Ах ты ж, блин! Это мозговой центр нулевого дня. Здесь никого. Бегли, проанализируешь это место? Это... запрещено? Что значит запрещено? Черт, кто получил к тебе админский доступ? Я... ай! Я не вправе об этом говорить. Но я вправе сказать, что это очень раздражает. О, ну хотя бы так. Вот дерьмо. Они взломали Бегли. Посмотри по сторонам, может найдешь чего? Да, возможно, я смогу проанализировать отдельные фрагменты данных. Но рекомендую поторопиться. Я засек поблизости активность Альбиона. Возможно, они тоже ищут нулевой день. Вау. Люблю миниатюры, но это перебор. Это копия моего мозга из Брокотек. Исходный код Бегли, который мы скачали в лаборатории Скай Ларсен под ее домом. Нулевой день проанализировал и воссоздал проект Фемида. Может, у них есть личный парк дронов? У нулевого дня есть собственный филамент. Система тотальной слежки, которая вызывала опасения у Малика. Похоже, алгоритм отслеживания чипов, которые мы стянули у Келли, принадлежит нулевому дню. Нихера себе. Очевидно, Дедсек, сам того не зная, воровал игрушки для нулевого дня. Возможно, какая-нибудь информация найдется на компьютере. Больно, наверное, а? Пожалуйста, полегче. Пусть подышит. Да у нас тут свой Гай Фокс. Но маска не та. Пошел ты. Мы обезвредили эту бомбу. Даже будь я склонен верить мятежникам из Дедсек, думаешь, это имеет какое-то значение? С каких пор Альбион стал и судьей, и присяжными, и палачом? У вас нет на это полномочий. Теперь есть. Внимание! Приказываю всем подразделениям перекрыть улицы города. Предоставить медпомощь. Помочь раненым. Оружие на виду. Короче, поработаем на камеры. Понятно? Так-так. И если бы я был азартным ИИ, поставил бы на то, что Найджел Касс прекрасно знал о терактах в Лондоне. А еще ему было известно местоположение убежища Дедсек. Будто бы его кто-то навел. Ну, думаю, 2 и 2 ты и сам сложить можешь. Ну все, хард ресет. Господи. Расставание ранит. Лондон горит? Частично. Мое дело сделано. С тебя код филамента. Один из ваших дедсековцев, он помешал взрыву в парламенте. А я на него так рассчитывал, если честно. И все же это крупнейший теракт в истории Лондона. Если этого тебе мало. О, вполне достаточно. На сделке конец. Ты хоть понимаешь, кто я, мистер Касс? Да, ты так, кто заложил в городе бомбы и кинул своих друзей.
Даже не знаю, что ты устроишь, если дать тебе такую игрушку, как филамент. Так будет надежно. Сваливай! Погоня! Нет, нет! Это все Сабина! Подставила Далтона и старый Дедсек. И нас обманула. Она из нулевого дня. Это объясняет, зачем она стерла мне память. Тут много полезного, но есть дело поважнее. Я обнаружил, что плащ Британии тоже там. Проверь вон ту консоль. Продолжить.